Всем привет! Как вы понимаете, скоро Новый год. Я бы хотел вас поздравить, пожелать всего самого лучшего. Это был не очень легкий год, много чего произошло. Как вы все знаете, мы потеряли товарища. Но мы продолжаем жить, и стоит оглянуться на то, что произошло. Если у вас есть возможность увидеться со своими близкими, друзьями, всегда пользуйтесь этой возможностью, потому что никто не знает, как она будет завтра. Этот год был тяжелый, но мы все равно были вместе. Мы катались, виделись, делали общее дело. И что же я хочу вам пожелать? Крепкого здоровья, успехов, чтобы ваши железные кони никогда не ломались. Уделяйте им тоже внимание, они это любят. А мой стоит вот здесь в тепле. С огоньками. И тоже присоединяйтесь к поздравлению и желает вам хорошего Нового года. Берегите себя и своих близких. Пока!